Опытные сотрудники, достигшие предпенсионного возраста, не всегда хотят уходить на заслуженный отдых. Задержаться на рабочем месте им помогут свежие знания. Не поздно получить и другую профессию. Армавирцам предлагают бесплатно пройти переподготовку. Одним из первых ею воспользовались преподаватели техникумов. В городе Армавире началось переобучение педагогов, работающих в образовательных учреждениях, по программе инновационной технологии инклюзивного образования. Мы понимаем, что для повышения конкурентоспособности на рынке труда таким специалистам необходима переподготовка. Ну и кроме того, конечно, одна из задач вот такого обучения – это получить новые знания, уметь их применять на практике и учитывать, что сейчас повышаются требования к специалистам именно в качестве знания. Изучать технологии инклюзивного образования в середине июля начали 10 человек. Занятия проходят каждый день на базе Армавирского машиностроительного техникума, сотрудники которого также участвуют в программе переподготовки. Детям с осложнениями в здоровье, естественно, нужна наша помощь, наша поддержка, наша эмоциональная устойчивость. Не всегда есть силы даже работать. И я вас просто благодарю, что вы согласились, что вы понимаете, вы поддерживаете, что вы в нашей команде, которая понимает значимость вот того образования, которое вы сегодня получаете. Педагоги участвуют в тренингах, практических занятиях, тестированиях. Программа рассчитана на 2 месяца после итоговых экзаменов и вручения дипломов о переподготовке. У преподавателей останется более 100 страниц дополнительных материалов, которые помогут применять знания на практике. Мы подобрали самых лучших специалистов, имеющих большой опыт в области инклюзивного образования. Это и врачи, и психологи, и педагоги. В частности, кандидаты педагогических наук. Потому что на сегодняшний день инклюзивное образование входит во все сферы образования. Это и школы, и детские сады, и техникумы. И, конечно, нужны иметь дополнительные знания. Дополнительное профильное образование горожане могут получить благодаря национальному проекту «Демография» и проекту «Старшее поколение». Для обучения армавирцев предпенсионного возраста городскому центру занятости населения выделили почти 3,5 миллиона рублей. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».